смотрите бонус-клуб. Я с вами, я профессор, буду сегодня рассказывать опять же про эти самые компьютерные игры. Как они нам надоели и как вы хотели в них играть. В общем так, игр существует много, но мы опять же зацикливаемся на Sony PlayStation. Почему? Потому что опять же появляются новые и новые игры, и мы не успеваем про все про них рассказать, и поэтому времени не хватает, и мы давайте сегодня снова начнем обсуждать и анализировать, какие же игры у нас появляются на эту самую приставку Sony PlayStation. Давайте начнем сразу с игр, а потом будем продолжать все, что обычно вы смотрите в бонус-клубе. Итак, начинаем с приставки Sony PlayStation. Александр, представительница игр двухплановых, двухмерных леталок, стрелялок. Таких игр мы с вами видели очень много, и тем не менее они продолжают появляться за свою простоту и за свою играбельность, и их очень любят. И вот Александр перед вами. Вы летаете, вы стреляете, хватаете новое оружие и идете вперед. Сразу должен предупредить, что игра очень-очень длинная, и чтобы ее пройти, надо потратить очень тоже много, соответственно, времени и сил, если у вас, конечно, то и другое есть. Вы играете. Вот мы с вами летаем, собираем оружие и стреляем. Каждый уровень заканчивается боссом, которого надо победить. Надо ловко выворачиваться и метко стрелять. Больше от вас ничего не требуется. Это была игра A-Hunter, вы видели, что это такое, а теперь посмотрим, чем отличается двухмерная графика от трехмерной. Итак, Road Rash 3D. Что такое Road Rash 3D? Это немного отличающаяся игра от предыдущих версий Road Rash. Road Rash — это езда на мотоцикле. Что такое Road Rash 3D, мы сейчас с вами узнаем. И кататься хоть 3 часа по всей Америке, по всем штатам, и увидите Америку, так сказать, своими глазами. Ну, вернемся к игре. Кроме того, что вы можете ударять своих противников и уворачиваться от встречных автомобилей, вы можете отбирать дубинки, цепи и другие кастеты у своих противников, вы можете попасть под полицию, очень здорово врезались в дом. Что мы будем делать? Мы будем садиться на наш мотоцикл, но нас схватила полиция. Дальше ехать не надо. А теперь для страстных болельщиков футбола, для болельщиков чемпионата мира во Франции, мы с вами посмотрим игру FIFA 98 Power Soccer. Так, мы открываем этот диск, вставляем, и что же мы с вами видим на приставке Sony PlayStation? Мы видим новый футбол с новой графикой и со всем, что мы сейчас увидим. Итак,
Итак, перед нами футбол. Обыкновенный футбол. Футболов мы видели огромное множество. Во многих надоели. И вот теперь перед нами FIFA 98. Может быть, для кого-то долгожданная, может быть, нет. Но, тем не менее, она вот сейчас перед нами. Что здесь говорить, я даже не знаю. Вы смотрите график, вы выбираете любой футбол на свой вкус, который вам понравится. Что такое футбол? Футбол. Если мы спросим американцев, что такое футбол, нам скажут, это такие мужики в таких больших скафандрах, с такими большими шлемами, бегают и гоняют вот такую маленькую дыню. А если он посмотрит на то, что мы с вами называем футболом, скажет, what is a football? It's a soccer! И он будет прав, потому что это то, что мы называем футболом, на самом деле является сокером. Ну, как кто хочет, так и называет. Давайте посмотрим, что же такое нечто футбольное, нефутбольное, компьютерная. Есть новая игра, называется Dead Ball Zone. Так звучит эта игра, а переводится она как, вроде как, смертельного мяча территория, или территория смертельного мяча. И что же это такое? Мы об этом узнаем прямо сейчас. DBZ – нечто среднее между футболом, привычным для нас, европейцев, и футболом американским, где мяч носят руками и переносят через специальную линию. Здесь же мы видим, что мяч носит руками, но бросают в ворота. Ворота причем электронные, и поэтому здесь совсем не нужен судья. Мы играем в эту игру, носим мяч руками, бросаем, забиваем, отбиваем, деремся. Вон даже летят какие-то ошметки от бедного игрока, которому попало, не знаю, к какому месту. И тем не менее, гол. Сейчас мы видим повтор. И решим, стоит ли нам брать эту игру и играть в нее, или стоит оставить ее на полке магазина, чтобы она пылилась там дальше. И вот у нас осталась всего одна игрушка, моя любимая, называется Vigilant 8. Обалденные гонки со стреляниями. Но прежде чем мы будем их смотреть, мы сейчас с вами вспомним о конкурсе, о том, что сейчас я вам скажу. Вы их, наверное, уже знаете, а те, кто не знает, конечно же, сейчас обрадуются. Ну, как не обрадоваться, если призы на этом конкурсе огромнейшие. Это приставка Sony PlayStation, это много других приставок, много игр и всего, что есть в бонус-клубе. Бонус-клуб – это клуб призов. И если вы победите в этом конкурсе, то вы обязательно эти призы получите. А победить не так-то сложно, достаточно всего лишь отправить открытку с оберткой от лучшей в мире жвачки Orbit, обалденная жвачка, и вот, и вы автоматически включаетесь в конкурс и можете просто так взять и победить. Ну что ж, вы все это прекрасно знаете, и поэтому смотрите нашу телебонус-клуб передачу. Давайте все-таки же, мне не терпится поиграть вот в эту игру Vigilant 8. Перед нами та самая гениальная игра, которая никогда не покроется плесенью, уж это я точно знаю.
Хотя на первый взгляд она очень простая, сидишь за рулем, едешь, стреляешь, убиваешь, на самом деле не так-то все просто. Перед нами одна задача. Вы сидите в автомобиле с гранатичком самым разным оружием. Для того, чтобы это оружие стреляло, конечно же, нужны боеприпасы. Боеприпасы разбросаны по всяким разным местам нашего с вами поля. Чтобы их забрать, надо проехать мимо вашего врага, чтобы он вас не подстрелил. Это обязательно, если вас подстрелит, дальше вы никуда не поедете. И вот мы только что прошли первый уровень, достаточно легко, и переходим на уровень второй. Мы убили одного врага, и теперь на более сложного. Теперь против нас уже два противника. Это вот такой вот бронемобиль, тоже с оружием. И самое прикольное, это то, что против нас выступает желтый школьный автобус, битком набитый учениками, с автоматами УЗИ, с автоматами Калашникова, с разными гранатометами и другими кибомбасами для того, чтобы нас уничтожить. И против него устоять не так-то сложно, как вы видите. Ну а теперь я вынужден с вами попрощаться и должен напомнить, что продолжается еще один конкурс. Конкурс лучшего хит-парада игр на Sony PlayStation. Мы уже начали получать письма, и скоро-скоро, в следующем месяце, мы объявим победителей и весь хит-парад. И, конечно же, покажем все игры, которые включены в этот самый лучший хит-парад игр на Sony PlayStation. А сейчас до свидания, приходите в наши филиалы и берите, и покупайте, и играйте на все, что хотите. А игр в салонах бонус навалом.